Привет, ребята! Вы на канале Киви! Привет, привет, привет! Куда это вы поехали? Ой, я полетел в воздух! Мы поехали выбирать новые игрушки! А какие вы хотите? Не знаю, сейчас посмотрим. Ну давайте, выбегайте. Мам, давно Лего не покупали, пошли посмотрим. Пойдем. Что ты тут? Машина. Так у вас почти все эти машины есть. Что? Нет, это крутяк. Это что? Лего ниндзяга. Это ниндзяга. А у вас тоже есть дракон ниндзяга, кстати. Нет. Смотрите, у меня девочка есть. Запускалка. Это Лего Сити. Да, пожарка вот какая классно. Посмотрите, какой. Ой, так это пингвиненок из Звездных войнов. Пойдем еще в детский мир сходим. Давай. А, смотри, Лего-жираф построен такой большой. Большой, правда. Смотри, ну-ка встанем. Вы правда выше... А, нет, он вон даже выше вас, смотрите. Мама, клин клеем. Конечно, от таких, как вы, чтобы его не разбирали. Все, погнали дальше. Это супер клей. Ну вы сами-то знаете, какие игрушки вы хотите? Нет. Сейчас пойдем и посмотрим. Ну давайте. Ребята, да. Это уже вышел мультик «История игрушек 4». А смотрите. Фика, ты же раньше помнишь, когда маленький совсем был, любил динозавров, помнишь? Да. Сейчас тебе не хочется такого? Да. Это нам пока не хочется. Мама, смотри, какой самокат. Это скоростной. Турбо. Турбо-самокат? Да, смотри. О, точно, турбина. Огонь пойдет. Сейчас пойдет огонь. Ну-ка. Он светится. Он светится. Да, классно. Но это же не игрушки. Давайте пройдем самокаты и пойдем к игрушкам. Роботок и машинок. Это будет управление. Роботов-то вы не хотите? Микарды малые. Микарды? А тут есть паук? Помните, был паук такой гигантский? А где он? А, нет паука. Мне больше всех нравился. Еще стойка с микардами есть там. Вау! Сейчас найдем микарды. А тут его нет. И тут нет микарда большого паука. А тут все остались такие же драконы. Привет, я дракон. Передай привет моему брату. Смотри, тут новые крутые трассы. Hot Wheels. У меня такая же была машинка. Смотри, мам, тут есть акула. Она водная какая-то. И тут водяная трасса. И машинка в наборе. Правда? Мам, у меня такая же машинка есть. Да, а трассы такой нет. Интересно, как это работает? Это автомойка. Она здесь заезжает. Проезжает? Проезжает. Тут вода падает. Вот тут подается вода, и ее отслеживает. Смотрите. А тут что? Это тоже Hot Wheels, что ли? Да, смотрите. Смотрите, у меня такая же и была. Мы не знаем, кто здесь. Hot Wheels закатывается и... Это что, он нажимается? Нет, он твердый. Твердый. Смотри, он, я так вот головой кручу, а он щупальцем машинку бьет. А это маяк. Мам, помнишь, мы собирали маяк Марвел? О, так это давно было. Ребята, если хотите посмотреть, как мы собирали маяк Марвел, нажмите вот на эту буковку и посмотрите. Смотри, это... Интересно, он светится? Аж маяк светился. Давайте вот этот повнимательнее рассмотрим. Это рыба. Это акула. Так. У меня есть такая игра. Да, игра на планшете такая есть, да? У меня тоже такая есть. О, смотрите. Тут целый город из таких можно построить для Hot Wheels. Ну как, вы хотите такую? Не знаю. Она слишком большая. О, мама, смотри. Смотри, тут сколько человек. Машинок поместится. Да, гиганты. Смотри, мам. Ребята, посоветуйте нам, что бы вы купили. Да, потому вот что... Вот это стреляется. Потому что ребятки не знают, что выбрать.
Ну что, давайте от Hot Wheels отойдем, еще что-то посмотрим. Ребята, смотрите, это же Беззубик. А где Беззубик? Это вот видит? Он. Это Беззубик там? Да. Ой, там такой маленький, это что, пещера что ли? Смотрите. Такая? Тут есть кнопочка, ее надо нажать, светится. А где светится? Что не... А, внутри подсветка включается. А смотрите, дневная фурия. Точно, дневная фурия. У нее тоже подсветка? Да. Что? Зачем она нужна? А, вот она подсветка-то. Вот она подсветка. Ой. Ну-ка. О, а, вот вижу. Сарделька. Где? Я больше всех сардельку люблю. Правда? Она тут была. Повесим. Оп. А это кто? Рыжий. Не знаю. Ребята, вы помните, как зовут этого рыжего дракона? Мы забыли даже. Привет, ты тоже не помнишь, как этот рыжий называется? Не помню. Мам! Ребят, пожалуйста, напишите нам в комментариях, если вы знаете, как он называется, напишите. Нам очень интересно, потому что здесь не написано на коробке по-русски, как он называется, этот рыжий. Наверняка есть те, кто знают. Ну, прям посмотрим, кто-то напишет нам или нет, как он называется. Хотите дракона? Нет. А ты хочешь дракона? Зомбаков пойдем лупасить? Нет, лучше с Филька постреляемся. Хочу я за большой бестон. Давайте другое чудо посмотрим. О, Филипп, тебе сейчас это точно понравится. Смотри. Трицератопс. Да. Смотрите. О, ничего себе, поднимается. Да. А куда машинка для чего делать? Мне кажется, он еще должен светиться. Смотрите, какие у него рога прозрачные. Есть какая-нибудь кнопка? Нет? Нет, он не светится. Мама, не светится? Смотри. А, вот он на картинке. Он просто так вот делает и все. Нет, смотри, мам. А? Смотри, когда машинка едет, он ее... Думаешь, он ее... Да, да. Он ее прижимает. Смотри, мам. Я убираю коробочку. Мне это нравится. Это Hot Wheels Batman. Ребята, вы когда-то такое видели? А кто-нибудь такое играл? Ну, вообще, я такой первый раз вижу. Смотрите, настоящий Batman туда же есть. Да, настоящий. Клетка. Клетка-то для машины. А это что за рычаг? О, смотрите, я тут нажимаю. Сброс Бэтмобиля. И там сброс Бэтмобиля, папа говорит. Класс. А, он закрепляется там, смотри, хоп. Интересно. Кирилл, такую будем брать? Ну, не знаю, не знаю. Посмотрим еще. Ну, давайте. Черепашки-ниндзя! Вот! Там это... Ром! Там это... Он из чего? Пластмассы? А, он мягкий. Смотрите, ребят, я думала, он пластмассы, а он, оказывается, гнется вот так вот. Прикольно. А это что? Это лазерный меч. Кнопка даже есть. Наверное, батарейки надо ставить, да, чтобы он работал? Да, он светится. А сиреневая маска, это маска кого? Донателлы. То есть это оружие Донателлы. А оранжевая? Микеланджело. Да? О, класс. Пап, ты знал, нет, по повязкам их? Да. А зеленый кто? Зеленые, не все зеленые. Повязка. А зеленой повязки ни у кого нет. Нет. Я хотела тебя подловить. Вот такое нам не интересно, да, уже? Это для маленьких или нет? Для маленьких. Это для самых. Это знаете для кого? Для кого? Для младенцев. Для младенцев не здесь игрушки. Да. Ух ты, какая, смотрите. Динозавр. Ага. Ребят, ну мы так сами ничего не купим, если мы будем, пожалуйста, ходить, смотреть и ничего не... Мама, смотри. А что это? Бобы какие-то. Бобы? Почему бобы? Смотри, это что? Сними упаковку, ударь, бобы выпрыгивают вверх. О, подожди. Может, бобы купим? Подожди. Ну надо же купить, так нельзя делать. Ребята, не надо экспериментировать в магазинах, только после покупки. Стоит 1369 рублей. Хотите такую? Мам, я еще что-то нашел для бобов. Какие-то куча каких-то бобов.
Может, бобы возьмем? Мы еще такие ни разу не рассматривали. Загадочные бобы. А ну-ка. Слушай, ну тут столько бобов. Может, проверим? А смотрите, тут для этих бобов всякие разные установки. Точно. Бенц же. Тоже бобы. Давайте возьмем и покажем ребятам бобы. Ребята, вы хотели бы, что мы бы делали обзор на этих бобов? Бобов, знаете, бобы. А я нашла. Это просто мега бобы. Это установка бабулянин. Бобо! Слушайте, может, такую возьмем? Я вообще даже не представляю, что это за бобы. Раньше же таких бобов не было, а мама, сейчас есть. А. Смотри, тут два боба в комплекте. Правда? Слушай, а мне эта пулялка бобовая понравилась. Нет, тут пять. Меня динозавр напугал. Смотри, какие у него глаза страшные. Жуть какая. Это тоже ход? А, нет, тут они ход плюс. Ух ты. Педали крутит. Слушайте, ну много всяких классных игрушек. Ребята, срочно пишите, что нам купить. Сейчас вообще потеряемся тут. Да, среди этих игрушек. Мне нравится юрский период. Это велоцираптор же вот с такими когтями, да, по-моему, велоцираптор? Мама! Да, это же из фильма «Юрский период». Что? Что? Смотри. Да мы уже его смотрели. Ты вообще широкую пасть открыл. Круто. Мам, а? Я думаю, что надо взять это. Думаешь, самый большой? Может, вот такие вот? Тут ни одного баба нет. Где? Вот тут? Да. Почему? Мне кажется, давайте возьмем для, вот, для распаковки вот такие два бобика. Да. Один тебе, один Филиппу. И папу по такому, да, возьмем? Откроем, да. Посмотрим? Посмотрим. Выбирайте, какой вам больше всех нравится. Мне кажется, они там все разные. Mm-hmm. А, там бобы разные. Оранжевый, бежевый. Mm-hmm. Еще тут разные. Если нам понравятся эти бобы, то мы придем за этой трассой пулялкой. Yeah! Экспериментируем, а посмотрим, что это. Шлем. Нет. Я смотри, не хочу какой шлем. Классный шлем. Будешь как Бамблби. Нет, я лучше шлем выберу. Мама крутит головой. Нет, я шлем. Я шлем выберу. Смотри, какой крутой шлем. Сюда вставляешь телефон, сюда в шлем вставляешь очки, и как будто ты трансформер, бегаешь и мочишь. За боков? Нет, других роботов. Ну, мне кажется, ребята еще мало для этого. Тут насадка на руку, и ты будешь стрелять как бластером. Я не маленький. Ну, как зомби потом будешь ходить. Все, пока бобы возьмем. Да. Мам, я придумал, давай поспорим. На что? Когда это видео наберет 50 тысяч просмотров, вы мне с папой купите вот такой вот шлем. Такой? Папа, ты согласен? Ну, если только 50. 50 тысяч просмотров? Да. Все? Ну, давай, папа, руби. Ребят, вы слышали? 50 тысяч просмотров набирает это видео, и мы делаем полный обзор вот этого крутого шлемака. Поехали! Да! Ребята, ставьте лайки и делитесь этим видосом со своими друзьями. И тогда мы сделаем обзор на этот шлем. Да, ну а пока только бобы сделаем обзор. Смотрите, на бобы. Смотрите, ну что, пробежимся еще быстренько, посмотрим, что есть. И ну, пойдем так домой. Побежали. Новый Елис. Мам, иди сюда, тут новый Елис. А я у девчачьих игрушек. Смотрите. Вот эти вот, как они называются? Попсы вот эти похожи. Этот похож на чупа-чупс. Этот похож на сладкую вату. А еще я видела, вот еще вот такой вот похож на какой-то просто мяч. А вот снизу посмотри. А что? Вот это как гигантская сладкая вата, смотрите. Наверное, девчонкам такое нравится. Если бы я маленькая была, я бы себе такое взяла. Похож на глобус. Ладно, пойдем, пока они там не растаскали еще все. Новые ели. Лягушки. Точно. И зайчики. Зайчики такие хорошенькие. Смотрите, какие классные. Мы когда-то разыгрывали такого. Да, так вот такого, да, мы разыгрывали? Ну, уже появились новые. Да. Ребята, если вы хотите посмотреть, как играть этими игрушками, вот тут я оставлю ссылочку, смотрите. Глаза. Лягушки прикольные, тоже такие. О, так они на ощупь такие, знаете, какие, как ну скажи, как что, как резинка такая, как слайм. Ну что, покупаем бобы, идем домой распечатывать? Да. Конечно. Смотрите, я бобо, самая большая бобо. И вы были на канале Кефил. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Не забывайте. И еще что надо нажать? На колокольчик.
Домой? Побежали? Открывать?